Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректным является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения. Значит, вы спросили об ответных мерах. Но существует просто неписанная практика, неписанные законы в таких случаях. Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все. Значит, является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ну, ничего хорошего в этом нет. Но я не думаю, что здесь или должен возникнуть какой-то кризис. Но в том, что мы должны в этом разобраться, я с канцлером согласен, и мы будем делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам.